Мотор. Мотор. Все, я сейчас буду распаковывать стоечку. Уже я в магазине ее проверял. Как проверял? Я просто открывал, смотрел. Рукой поменьше, Маши. Открывал, смотрел, что все это работает, закрывается, но надо теперь проверить все остальное. Угу. Я делаю. Значит, ой, 5. Ты сказал, она просто все устанавливается. Да. Достаю. Это копия чека. Ненавижу. Еще одна. Вот. А это что? Она... Осторожнее. Осторожнее. Ее. Смотри, чтобы она не упала. Ну, паспорт, в принципе, пусть лежит. Выкинь его туда подальше. Объяснял. Нет, убери этот белый листочек. Он фонит, что-то там сбивается вообще. Да, да. И вот самая главная вещь. Угу. Так, ножницы опять надо или он открывается? Нет, все открыто. Все открыто. Угу. Я эту коробку сейчас унесу? Или... Да, унеси ее с кадра. А ты все детальки взял? Да, все здесь есть. Отлично. Ну это уже серьезная какая-то штука. Там можно металлическая. Ну конечно, а из чего еще? Ты думаешь, из бутылок пластиковых их делают? Не знаю. Использованных. Вот здесь вот так вот. Даже не подходи близко. Вот здесь вот так вот. Это, короче, пальчиком раз, чуть-чуть. Я поняла, ты весь черный, поэтому вот. У меня фокус сбивается. Снять ее? Одежда у тебя черная. Куртка черная. Что такое? А это тоже черная. Да у меня все черное. И какая разница? А черный как-то он. Я вот так вот показываю. Короче, ты как индийская красавица. Вот так пальцем. А что? Пальцем я. Подойди поближе. Вот пальцем ножку выдвигаю. Еще ближе. Вот. Стой, настроиться. Вторым пальцем ножку выдвигаю. Ты туда вглубь выдвигаешь. И эту выдвигаю. Вообще это разгадать конструкцию мы не с первого раза. Потом придерживаю. Догадались. Вот так вот их. Чуть-чуть. Угу. Чуть-чуть. Не мельтеши сильно много. Так. Вот. У меня камера неустойчивая. Сейчас и как-то она как... Как зонтик раскроется. Вот так. Марсоход почти. Да. Раз. И опции идут уже. Давай раз. Защупнуть. Нужно ровненько все. Сделать. Мне нравится, когда ровненько. Ровненько сделай. Да. В магазине они по-другому стояли. Ну, пусть так. А, у нее больше это... Устойчивость. Устойчивость, да, отлично. Закрепили. Закрепил дальше. Теперь дальше поближе такой... подойди, что это? Можно здесь. Ага, вот так я вижу, да. Вот. Поднимаем. Это еще дополнительная высота. Так, это я, высоко. Я сейчас делаю напополам. Пониже, да. Да. Чтоб тут пополам. Удобно для камеры и было. Тут пополам, если это вообще нужно. Угу. Сейчас все. Нет, ты опять тут вверх пополам. Пошел. Еще меньше. Еще. Ну, чтобы не мешало. А, там что-то мешает. Дай чуть-чуть эту опущу. Ну, давай ту опусти. Замучаешься, с тобой фокус все время сбивается. Все, так вот, нормально. Мы потом отрегулируем, сколько надо. Вот теперь здесь откручиваем. Что это такое это было? Это то, на что накручивается. Гаечка все. Какая-то, да. Да, ну, просто как... Покажи как, ее. Как этот. Нет, я не вижу. Крышечка, которая... Подожди, настроится. Что? А, как на велосипедах. Да, раньше. Крышечка, которая закрывает, ну, чтобы это сохранялось. Резьба. Угу, дальше поехали. Вот. А что там у тебя еще? Теперь основное. Ой!
как она аккуратненько здесь нужно вытаскивать. Она вот так. И здесь все лежит. Осторожно лежит. Это. Покажи, для... что это. Это для камеры. Для телефона. Для телефона. А это переходник. Честно говоря, в этих пакетах ничего не видно. Сейчас я вытащу. А зачем тогда их в пакет положил? Вот я не... Откуда я знаю, что ты там кладешь? Фух, задышали. Ничего. Да, обратно. Самое главное, это лежать в любом месте. Оно тяжелое. Давай. Поближе подойди. А, ну вот, вот покажи, как он оттягивается. Угу. Вот на такое расстояние. Ну, я не знаю, как самые большие телефоны. И вот этот шарик. Насколько у них инчи? Шарик. Давай дальше. И вот тоже шарик. Тоже шарик. Ну хорошо. Шарик. Я сейчас наключу. Увидел? Два шарика. Два шарика. Хорошо, что здесь два шарика есть. Два шарика. Шарики. Я смотрю, накрутим. А здесь вот нет этой ручки, которая там, ну, как бы крутит камеру. Это вот это нету. Вот она вращает этот. Дешевая. Он еще скрипит. И даже вот так может стать. Вот. Да, так тоже может стать. Давай дальше. А, она закручена. Вот так тоже крутится. Ну, отлично. Я же ее... Давай дальше, хватит крутить. Все. Все крутишь по полчаса. Снимать? Взял, уронил чего-то. Ну, то, что раскрутил. Сейчас я докручу получше. Вот. Все, так. Вот это сейчас держится. Даже петух недоволен. Так, все. Делаешь. Самая основная и самая... Все черное, все ты слился. И самая основная и самая такая... Провода черные, ты все черный. Черное. Это мешает? Придется тебя переодевать. Опять по новой. Деньги тратить. Почему? Давай. Так. Я могу 2 секунды переодеться? Не надо, я не знаю, во что ты переоденешься. Мне эти неожиданности в кадре не нужны. Лампа. Так, давай. Которая сюда крепится. Вот ее нужно накручивать. Ого, надо как будет. Опасно. Ну я же держусь. Раз в жизни надо накрутить и все, да? А может ее по кругу как-то вращать? Тяжело, да, будет. Кошмар, сколько ты кругов сделаешь? Ну, наконец-то догадался. А резьбу ты нормально сделаешь? Что она под всеми наклонами идет. Сейчас. А хоть легко завинчивается. Сейчас, Алексей. Сейчас такое. Что там? Провод. Как змея. Как собачка запуталась. А, мне не надо было сначала его откручивать. Ну вот. Вот, надо было сначала собрать. Замучил. А потом... Так. Хочется побыстрее, чтобы это было. Я. В другую сторону она, конечно. А я поверну. Все. Так. Так, все это в принципе. Эту надо оставить. А, сейчас? Конечно, это же. Я ее сразу загну? Да, загни, чтобы было видно. Ты можешь другой туда телефон поставить, принести. Он сейчас сделает. Маленький какой-нибудь. Ну так, для вида, чтобы визуализацию.
Ой, здесь все черное. Как же я об этом не подумала. Это уже распаковывали, что не было? Хорошо, что стена белая. А, не в ту сторону. Это ужас. Так, закрутили. Уже рука устала. Ну сейчас, уже немножко осталось. 10 минут съемки, чтобы ты знал. Так. Еще показывать, как она горит. Все, сейчас телефон поставлю. Когда уже она будет за меня держать? Все, принесу. Все, наконец-то. Моя мечта. Моя помощница будет. Ой! Что ты принес? Не так. Надо его вот так. Почему так именно? Ага. У нас же горизонтальная съемка. Вот. А не вертикальная. Так. А, там что хитрости такое? Какие-то, да? Да. Так, давай. Так мельтешишь, что камера, она не успевает тебя обрабатывать. Как бедный космос все это обрабатывает. Ну, программа. А чего он включился? Выключи немедленно. Это не камера включилась. Выключи немедленно камеру. Сейчас. А, он на кнопку нажался. У тебя как всегда. И как же я... Ну, короче, я сдвинул. Короче, все, пусть горит. Да, сейчас отключится. Видно? Видно. Все, да. Стоит. Теперь свет проверяем. Подожди, сейчас он отключится. Его лучше направить туда или туда направить свет? Или пусть так стоит? Пусть так свет стоит. Вот. Ага. Нам нужен этот выпрямитель тока. Ну давай, покажешь какой. Такая у него стоечка. Вот она очень устойчивая, я считаю. Ты можешь помолчать, а? Рот не закрывается. Сейчас закроется. Все, наконец-то. Так, вот он выпрямитель. Тихонько покажи. На 5 ампер. 5 ампер, да. Все, отлично. Ну, это как для телефона, это простая вещь. Это зарядка для телефона. Ага. Вытаскиваем. Правильно я поняла? Да, только мы вот это освобождаем. Что опять там упало? Все еще злая это. Вот, это освобождаем и... Что все время падает. Не сюда. А здесь в белое, весь белый будет. Да, буду белый. Ну, все стеной вот, все, мы ее сделали. Вот загорелась. Теперь начинаем кулярничать. Так, этот самый сильный. Да, это самый сильный. Дальше. Здесь меньше есть. Вот. Меньше. Меньше я не почувствовал. Вот он, самый маленький. Самый маленький. Да, вот больше. Три позиции. Дальше. Да. Так, и... И смена цвета. Не знаю, как это... А, желтый цвет. Да. Ну, вот так вот все. Выключаю. Белый, желтый. Все, выключай. Он так жутко выглядит, все. Ну, выключай. Все. Все понятно? Все. Все четко? Да. Бай-бай. Бай-бай. Ну, вот так вот с лампочкой бай-бай. Отлично. Бай-бай. Отлично, бай-бай. Ты смотришь. Так, тихо, не мельтешись. Бай. Зачем так руки? Ой. Как для собак сделал. Не-не-не-не, все нормально. Давай, весь черный кошмар. Ну все. Пока.